Всем привет! В этом видео поговорим о том, что президент Беларуси запретил повышать цены под угрозой уголовной ответственности. Белорусский лидер Александр Лукашенко решился бороться с ростом цен радикальными способами. 7 октября по указу президента официально всем торговым сетям Беларуси запрещено повышать цены на реализуемую продукцию. Исключение возможно лишь по особому распоряжению министра антимонопольного регулирования и торговли либо председателя облисполкома. В соответствии с документом повышать цены запрещено даже путем отмены действующих акций, скидок либо распродаж. Таким образом, торговые сети, которые временно ввели указанный механизм для привлечения потребителей, не могут теперь от него отказаться. Соответствующие надзорные органы Беларуси наделены правом закрывать объекты торговли и отменять действие лицензий при выявлении нарушений. Контроль за ценами будут осуществлять на постоянной основе специально созданные в каждом регионе страны комиссии. По состоянию на август 2022 года официальная инфляция в Беларуси в годовом исчислении достигла отметки в 17,9%. Александр Лукашенко также поручил владельцам торговых сетей обеспечить необходимый ассортимент продукции и ее надлежащее качество. Решение о искусственной заморозке цен было принято белорусским лидером внезапно. Сами цены должны были заморозиться в момент оглашения решения белорусским президентом. Сделано это было намеренно, для того чтобы бухгалтерия магазинов, по словам Лукашенко, задним числом не приписала ценники на товарах. На указанное решение белорусский лидер пошел после заслушивания доклада главы правительства о росте цен на продукты питания. По данным белорусского премьера, белорусские потребители жаловались на то, что им приходится покупать лук, свеклу, яблоки и капусту в магазинах с наценкой в 300%. Президент Беларуси поручил провести проверки по каждой жалобе и разобраться со спекулянтами. При этом необходимо проследить за тем, чтобы магазины продолжили отпуск товаров населению. Лукашенко заявил, что если какая-то контора или забегаловка уйдут с рынка, то члены белорусского правительства ответят за это. Белорусские эксперты опасаются, что указанная кардинальная мера приведет к падению доходов торговых сетей и снижению налоговых отчислений в бюджет. В условиях развитого рынка производители должны конкурировать между собой, в том числе за счет продажи товаров по сниженным ценам. Вместо борьбы с торговыми сетями белорусскому правительству предложили ввести ограничения на рост тарифов в стране, которые также оказывают влияние на инфляцию.